На страны Карибского бассейна обрушился шторм Нейт. Непогода привела к наводнениям в Никарагуа, Коста-Рике и Гондурасе. Там погибли по меньшей мере 22 человека, десятки пропали без вести. Власти Коста-Рики ввели режим ЧП, отменили занятия в школах и эвакуировали около 3000 местных жителей. Сейчас Нейт движется к территории США. Шторм грозит обрушиться на Флориду, Луизиану и Алабаму. В этих штатах объявили о чрезвычайной ситуации. Все службы приведены в состояние повышенной готовности.